Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня у нас боковые части правого и левого глаза. Вот боковая часть правого и левого глаза. Это контролируется с помощью меридиана толстого кишечника. Пунктирная линия, пожалуйста, будьте внимательны. Здесь по вторичной связи идет связь с меридианом тонкого кишечника, тройного обогревателя, желчного пузыря, желудка. Понятно, да? Конечно, здесь еще задеваются меридианы печени и сердца. Поэтому вот смотрите, с помощью данной точки Джай-2-Эр-Дзянь мы можем сразу повлиять на эти меридианы. Единственное, нам нужно знать, в каком они состоянии, и все. Поэтому данная точка тонизируется при всех воспалительных процессах уголков, наружных уголков глаза, либо области глаза. Понятно? Все воспалительные процессы, абсцессы, опухоли, ясно, да? Зуд, онемение, покалывание. Либо человек, допустим, просквозил данную область и не может справиться с этим проявлением заболевания, которое не может объяснить. Вот что-то какое-то здесь эго присутствует, и все. С помощью данной акупунктуры и точек мы можем повлиять на это состояние. Единственное но, помните, зрение у нас контролируется, я уже перечислил эти меридианы. Сюда еще можно меридиан мочевого пузыря еще добавить. Вот в каком они состоянии. Поэтому нужно проводить диагностику 12 меридианов. И если у человека есть проблемы постоянные со зрением, с глазами, с орбитой глаз, наружной, внутренней, вот, падает резко зрение, туманное зрение, то, пожалуйста, акупунктура вам в помощь. И чем быстрее вы восстановите эти меридианы, тем быстрее вы выгоните эту энергию болезненную, которая навязывает себя в наше сначала физическое тело, хотя точнее правильно, в тонкий мир, а потом этот переходит на физическое наше тело. Чтобы этого не было, данная информация акупунктурной точки состояния меридианов вам в помощь. Данная точка Джай-2-Эр-Дзянь тонизируется. Спасибо за внимание.